Чёрт, кого не хватает. Тут еще. Давайте. Я, короче, буду пятую пачку сумоник, лок. У кого там кошки? А, это малая играет. Кота за хвост дёргает. Фармится. Ну тыкни, теля, ну ты просто прыгаешь, ну тыкни, ёлки-палки. О, отменяют еще сумоны, пипец. Вот у нахуй для предыдущих сумоны потом. Привет. Здорово. Привет. Так, а кто там крутит пати? Возьмите, может, место в рейк от Рисью, она даст больше, чем я. Да вот, наверное, кинул, потому что он милик. Не, просто, ну, Катрисия прям хорошо дает, но вчера сколько у нас целых знаю, нас... в этом, да, прям очень хорошо, там бис котик. Ну, еще не бис, но дает ну, нормально. Она дает сколько вчера дала, 17 или 18к у нас в ТТГ-10, так это в десятке. Она? Да, ну, у она, ну, Катрисия ник женский, поэтому не знаю. Ну, по-моему, это он, это, по-моему, Миша, если не ошибаюсь вообще. Это я. А, Даня, все, сори. Ну да, оно. Я вообще, да, в принципе, можно взять Катрисию. У нас есть тут котики, которые послабее. Почему нет там? Да и Хурюка можно взять. Тем более, она себя... Он себя проявила хорошо. А Керус же, по-моему, тоже много дает, нет? Керус нормально дает, 18. Да, Керус хорошо дает. А чего он со мной чилит в 8-й пати? Ладно. Ну да, одних, блядь, понешили, других апнули. Так что. А кого апнули? Котов маленько апнули, сов апнули. Ну, котов нормально апнули. Короче, друлей апнули. Если вот не, так. Котов не апнули, все. Они чуть-чуть циферки подкрутили, это теперь не ап. Да, у котов кнопка новая, наоборот, ДПС жрает, а не поднимает. Да ее никто не юзает, эту новую. Не, ее никто не юзает. У нас Давакин сегодня даже есть. У нас два, а не один. Ух ты, у нас есть хант, да неужели? Будет кому рыбалет отдать? Так, ладно, я пока трэш бить не буду, буду фармить. Душа. Будем тестить нового ретрика. Короче, если кто-нибудь понадобится, скажите, на замене посижу. Долго по ДПС. Цифры хорошие, но недолго по ДПС. Убер, да? Сорвал. 75к в трэш. Ну, блять, это трэш. Сами там договаривайтесь. Керус с ностальгией. Они ж фетиш убили. Вот ищу новую тренинг. Убили фетиш на миликов? Угу. Че, она теперь ап дай дает? А кто души ворует? Войд. Или нет? Нет. А че сразу ворует? Фармит? Вот кто сейчас ответит. Нет, я не вреди, я подал рану, бегаю. Пэсы, наверное. А можно не это, не трогать души, нафармить надо. Че, вы торопитесь куда-то? Да не, ну чтобы они уже были готовы, не париться. Ну так же и другой человек. Уехал, подъехала. Маг фармит душу. Подорожали эти, кстати, колокола. Это тоже душу сосет, так что вот тут это.
просто пиздец контест. Бейте, пожалуйста, ДДшники по ассисту танка. А чё, у нас разбойников нету, да? Когда было? Там специальная договоренность души порвут. Ну как вам, заебись без второго ТТГ? Бля, неплохо Эльма, в принципе, нормально разогнали. Походу надо один оставлять рейд. Ссылка это такая, наверное, или все. Потому что сейчас основной рейд 25-шный, считай, практически ссылка, ничего не надо. На заменах будем сидеть. А новая пачка игроков, которая на 25-ку героя, как раз будет и доодеваться. Если что, мы будем их заменять или что, мы будем добивать там вещи, какие кому что надо. Сейчас практически уже у всех собраны. А что это? Стримчик рубит, кроме Войда кто-нибудь? А то у него лагает. Сейчас попозже включу. Окей. Спасибо. Опа. Опа, че? Я, да? Сколько Элем дает в палку, еще раз? Ну, я только что сейчас скажу. Только что, короче, 17,5 дал. Почти 18. О, это круто. Это, блядь, пиздец. На 2 миллиона, короче, надамажил в палку. Вы, главное, на форум не выкладывайте это. Не, ну, блин, пусть они режут. Главное, чтобы они ротацию не меняли. Потому что сейчас еще более-менее ротация нормально. А когда перед этим они сделали, там вообще прям хуй пойми, что было. Так, а что, замене можно ли в эксплойте? Ну, я думаю, да? Всегда же ливали. Ну, сейчас подамажат с месяц. Потому что, видишь, да. Они вообще не дамажили. Ну, они обычно так и делают. Дают подамажить маленько. Ну, я вот только, блядь, сегодня с утра зашел, там что-то сходил, этот, как он, груль магик, ну, кое-как разобрался в ротации. Ну, как кое-как. Просто кнопки жать какие надо. И сколько за 15 секунд надо их прожать? Пианист. Не на аркане, блядь. Да, на аркане очень тяжело. Либо одну кнопку нажимать, либо две. Ходил, получается, в кару на смотрителе в гер, когда надо юзать кнопку, блядь. Он говорит, я забиндил ее на двойку. Я говорю, ты на аркане? Я говорю, заебись, на аркане кнопка 2 свободна, блядь. Не, сейчас Элему, короче, получается 5 кнопок надо прожимать. Постоянная ротация. До этого сколько было? 3? Банки? До этого, да, 3. Блядь. Нормально что? Дай нам на СП, да. Вот, кстати, там. А если они бы еще исправили эти ТТГшные шмотки, чарки, в цель, в соло цель хотя бы, вообще бы имба была бы. Я бы им сразу лайкосик нахуй в сервисе поставил админу. Я бы прям проголосовал бы за сервер, да? Ну, конечно. Если бы я была царицей, говорит одна девица.
для батюшки царя родила бы, бля, Вайда. Ой, я не могу взять гейбанка. У меня что-то со статусом. Можно три сапрота? Кому? Что за херня? Не могу брать. Не знаю, релогнись. Третьего танка не вижу. Чё, мне спекаться? И чё, рарник не в рейде? На замене. На замене. Чё, прикалываетесь? Катрисе, почиль пока в Долоране. Не могу здесь. Короче, у меня очко горит знатно, нахуй. И имейте в виду, на этом КД, сегодня хуй с ним. Я ЦЛК идти не хотел. Я хотел идти ГМ, этот ТТГ второй и ГМХМ груля добивать. Имейте в виду, на понедельник приходим по максимуму, кто не закрыл ТТГ второе. Даже те, кто закрыл и у кого есть второй пирс, будем закрывать ТТГ. Если на следующей неделе такая же хуйня будет, не придут люди, вы думаете, что второй рейд похуй, там в первом ИП получили и все заебись будет. Такого больше не будет. Я просто с ЛК-геру не пойду и все. Вплоть до того, что, ну, можете ливать, я хуй знает. Если вы думаете, что эти рейды вам не нужны, а остальных, ну, на остальных похуй, то, ну, так не получится, короче. Так же с Ульдуаром, надеюсь? Ставь еще раз шкаф. Никаких замен в ИШМ сделали, вы должны быть в рейде в Гере. Во, это у меня какая-то хуйня, я не могу взять банки. Блять. Такое не могу. А у тебя показано, что да, у меня связка одна показана, но не берется ни правым, ни левым, ничего. Я релогнулся, смог взять. У меня тоже я то же самое сделал, но нельзя. Может, из-за патча этих надухов. Или... Но я зашел сейчас через патч, кстати. Дайте мне, пожалуйста, три банки. Рейд мощный собрался, на. Тебе дали, если не дали. Дали? Нет, еще ставил банк. Что, 380 на саурфе сделаете? Сюда. О, я 380. Хилы у вас пятеро, не шестеро, имейте в виду. Встань сразу какой-нибудь на рейнджу, на конты там, магию. Понятно. Давай, не бегай, хиль давай. Синтек, тебе на рейнже не надо вставать, стань под боссом. Блять, ну только один ханс. Мне похуй, кто там стоит. Рейд, значит, будет отбегать. Встань и хиль танков, блять, то мы сдохнем. Кто сдохнет в луже, сразу сопка. Три хила. Не зыбку на этот на эту хуйню не трать. Сейчас оставь сейф.
Bone Spike Cast. Это, сука, блядь. Вы, блядь. Поясните, пожалуйста. Шептеры резко. Блядь. Не успел, ладно, толпу резко. Только не вставай пока. Не на раз заливайте ему, чё вы стоите? Вы видите ману у Шектора? Вот Вадикон залил. Остальные друиды, как дела? Там злобные, ностальгия. Пусть кричат, кому надо залить ману. Рейд фреймы открой, там ману показывают. Это надо галочку поставить. Ну, поставь галочку, значит. Bone Storm cast. И так отходи. Так, Лидринг по мифику дай этот. Вообще нажми раскол. Мифик. Нажал уже. Нет, я выкинула. По текстуру. Ну, шип. Тебя начинали шип. Шипа, 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 шипа. Вадикон злобного, злобный мифика. Равник Бурибай, подыгрывайте флешками по танкам, если они посядут. Руки там наготове держите. 4 хила всего. Там как Гера будет, маякуйте. Да, Геру, кстати, с пула надо на ребре давать. Уже лучше после вихря. Ебать, чуть не сгорели. Облагаете, да? Бидону защитить. Ставь тотем. Чтобы он в рейде не останавливался, надо подальше отойти. А рейд поближе к боссу. Под мордой уйдите. Вставалка есть, Пиза? Он уже вставал. Ностальгия Пиза на ресы. У меня ревнус. Падаем. Ну я все дела. Bone Storm cast. Беги, малышка. Какой нахуй ЦЛК вам, блять, если вы, блять, хуйней занимаетесь, нахуй. Ну сними диван, сдохни. Сейчас вот там 10 человек зайдут, они, у них игра вылетит. Они будут еще полчаса заходить. Надо было не идти. Опять диванчики нахуй добежать не могут, блядь. Вы как заебали, блядь, уже. Постоянно сидишь, потом перезагружаешься. Один останется, блядь, и стоит полчаса там. Не из-за дона вылетел. Че не запачу это?
Бля, убить лича один раз, это еще пока ни о чем не говорит. Доброй охоты. Да, он говорит, что тут наверняка достаточно много людей новых. Да, в принципе, но да, все старенькие, но кто новый здесь? Ты что ли новый? Ностальжи. Ты тоже уже бил не раз. Ну да, я бил. Все остальные все были и не раз, но. Ну тогда вот правильно говорит, хуйней занимаемся. Ну, хуйней занимаетесь. Ну да. Ладно, давайте, короче, вот два мага. Вы тоже стоите на ренже и хант. Вот. На вас будут. Те, кто на ренже стоят. Пару шагов вправо, влево делать и все. Когда ребро начинает крутиться. И никто этого больше не сделал. В итоге мы все попадали, потому что ребят пингуют, и они не могут ничего сделать. Вот. Ой, лучше... ты, МТ. Угу. Лучше танком выходить, УТшником, на фланги, чтобы на них бежал, а то маленькие по броне, которые люди, их можно... Лёха, я ухожу. Куда побежал? Давай, Бурибаев, тела спекайся дополнительного. Дайте столик. Кыш-кыш, где тут, блядь? Нету ни дизморали никакой, просто да надо смещаться, чтобы пацаны, он в середине топите. Говно это не разливал. Вообще никто даже никого не хуесосил, вообще не вижу здесь дизморали никакой абсолютно. Равис, ты где там? Ну сначала он стал, сейчас уже почти у вас. Я ремонтил роутер, инга была здесь дохуя. Просто рейд не эмоциональный, и все. Бафнуть и пристань. Уводишь. Магии Двакин на рейнджу, если что, выходите по бокам. Вот. Сначала будет такая метка синяя, вы просто вправо отойдете, потом лужа появится. 5. 4, 3, 2, 1. Bone Spot Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone
Bone Spike Cast. Чем ты мучишь? Bone Spike Cast. Чем ты креснешь? Бля, который в луже, нахуй, шипы, РДД, может, будут заливать их? Фант на шипы. Маг на шипе сзади. Пейте. Хил на шипе слева. И маг на шипе. Вадикон Ревиста, Ревист злобного. Злобный Эйо. Bone Spike Cast. Фант на шипе. И хил на шипе. Bone Storm Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Вот стойте, как Хан стоит, чтобы людям меньше было поворачиваться справа-слева, и как Синтек сзади там особо, вот, чтобы людям меньше было камеру поворачивать, чтобы вас разбить. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Беги, малышка, беги! Bone Spike Cast.
Bone Spike Cast. Опа. Блин, сразу опять. Что там, запы не упали на танк? Нет. Нет. Пойдет. Не зря не ходил, да? Ну просто как бы если у вас фул рейд нормальные, кстати, люди, смысл кого-то там менять? В смысле нормальный? Тут синтек. А чё синтек? Синтек хил. Да он нега. Вам весело, да? Вам типа нахуй его душите, блин, синтек. Да мы уже понимаем, что шутит. Да, ну типа, вообще, мне, мне вообще было бы уже неприятно, если бы такая хуйня постоянно была. Вообще надо уже синтеку, наверное, скинуться, блядь, по косарю, нахуй, на новый ноутбук, чтобы, не, блядь, не лагало у него. Ой, у Воида лагает больше, чем у меня. Во-во, я тоже об этом подумал. С интернетом больше, а сколько чем... сейчас с интекрашкой нормальный ноут стоит? Ой, бля... Ну, чтобы в сир... на сервисе поиграть, что ли? Да. Ну, если с рук, я думаю, ну, блядь, 25-30 можно взять, нормально. А какая там вега 8-я, 9-я? Чё тут более-менее нормально? Бля, ну, смотря, как бы, если там Ryzen будет какой-нибудь стоять, то можно даже... Ну да, где-то так. А, подожди, там 10-е же или 11-е поколение уже веги пошло. Пиздец, там нашлепали, я хуй знаю сейчас, что там творится. У меня в разе 7-10-е вега стоит. Ну, 10-11-е вроде сейчас точно есть, как. Я со стройкой давно не сталкивался, нахуй мне эти стройки не нужны. Ну, рубать, как говорится, можно будет на сервисе. А сейчас что, это рай, это Zen 3 плюс, да, сейчас последний? Или какой там? Ты про что? Какая последняя? 3, ну третья была у этих МДшников. Сейчас 3 плюс вроде у них, да? Последняя. Да, хуй знает, что там новое у них вышло. Я раньше смотрел еще что-то про новинки, сейчас не смотрю, сейчас некогда. Зайти почекать просто, посмотреть. Или во время боя, если что. Сами, ты сам подумай, на кого хочешь. Ты один лог. Давай, да. Давай его, короче, оставлю, а там есть. Так, Авилаш, и твой ромбик, и крайний, к лестнице ближний. Мои возле босса 2. Пульдринг со стороны звезды. На боссе 2 роги. Кот. И 2 приста сидят.
На трэше, где звезда играют. Раз, два, три совы, два мага, лок, хант. А где кружок играют? Рарник, Бурибай, Инвизибл, Хурюк, Биг Дэм. Это что, 5 человек, да? Не знаю, хватит их. Нет, если что, если там трэш остается, когда везде убьете, помогайте это в кружке. Ну и шипешники тоже там что-то кидайте, какую-то соплю, там их вызнят. Стоит рыба. Не выкидывает с патчем. Да, есть такое. Значит, без патча. Есть, говорит, масло помазать. Квайду оборотись, у него даст тебе масло. Ой, да, есть синтаку масло на СПД. Машему сливочного. Да. Блять, ну у меня сумки его нету, надо ГБ ставить. Господи, ГБ все поставить. Мне дали. Спасибо, злобный. Фульдринг бухаешь, да? Вечный алкаш. Что делать, жизнь такая. Так что песня в этом ебаном мире только ленивый не пьет. Обычно так алкаши. Хотя нет, бедные тоже бухают. Дайте фул рибов. Пристимал. Темную магию снимайтесь. И у одного паладина должна быть аура на тьму. 4 паладина. Кастерская на тьму, ледяная и на броню. Давайте я на тьму возьму, заберите лед. Все готовы, да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Трэш. Квадрат его дикон, треугольники ровист и луны этот злобный. О, меточки свои распределите. Фулбаф по хулюку. Трэш 3 секунды. Трэш, 5 секунд. Больше по боссу играем, будем переводить после этого трэша, стараться, имейте в виду. И по боссу, и по трэшу одновременно хуярим. Трэш быстрее зергаем, помогите и то, мультидоты. Контроль. И босса переводим, лям остался. Реснет. Злобный. Сейчас трэш, когда добьем, босса переводим. Я пошел к боссу. Злобный реснет рарника. Босса 400 тысяч быстрее все сыграли. Отойдите. Трэшный фанатик, звездочки, помогите. От босса отойдите. Геру. Геру, сначала 3 моба. Все на мобов. Все на мобов, как слышно. Духи пошли. Теперь дух первую незыбку дал.
Духи возле лестницы побежали. Контролем эфир дайте своим. Я Седжи, ты тебе ничего не отдал ничего. Синтек Шектора. Нельзя, нельзя было за контроль. Синтек Шектора ресы. А у меня тогда я хорика ресы. Спирит. Да вы мудаки, блять. Вадикон Шектор ресы. Я у Пилара. Мобов помогаем. Инра, залейте Шектор. Возле леди. О, это моб. Бежим. Контролем, дайте эфир. Пока не спеши. На пульте. На пол, на войда сейчас. Дайте сальву по хурюку. Ну ладно, падаем. У кого сейчас КД на БР, кроме Вадикона, злобного и Ровиста? У Синтека. Сколько минут? 5. Не отдавай БР. Или говори, что вот. Отдал. Вы с кем-то вместе отдали? Да, с Ровистом вместе отдали. Ну а нахуя? Напомню, если может быть кто забыл, как на этом боссе играть. Когда людей берет в контроль, вы забываете про босса, про все. Вы делаете так, чтобы они вас не убили, и даете им контроль. Если не будете играть нормально, здесь мы будем падать. У нас ДПСа хватает, чтобы убить босса. Сначала сыграйте, законтрольте людей. Играйте с Ивова. Иначе, я не знаю, пойдем в ТТГ второе. Пугов доберу, в ТТГ поведу, буду их учить ТТГ убивать. А то они неохота играть с, ну, с такой хуйней. Значит, Вадикон квадраты, Ровис треугольники, злобные луны. Ностальгия на подстраховке, если кого-то сов берет в контроль, ты сразу бежишь контроль ему давать. Синтек тоже. А так это в целом был технический вайп. Нет. Это был вайп бичей. Бэры сейчас все в КД, кроме ностальгии. Поэтому ебланить нельзя, надо контролить быстро. Да я чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. И вихри обновляйте. Трэш, 3 секунды. Помогите здесь, это самое, повернитесь, там дайте какой-то ОЕ, блядь. Трэш, 2 секунды.
Так, больше по боссу, там кто там 5 человек на боссе играет, тоже после этого будем переводить. Че заберешь фанатика и ваша? 7%. По боссу больше играем. Люди с контроля выходят, босса переводим. Лям быстрее по боссу. Больше. И милики от босса отойдите, сейчас это у вас босс убьет, когда мана кончится. На войда на пулу первую. Дох возле трэш. Ностальгия Бурибая, ресы. Убав по нему. Контролем, зафильте людей. Мы убегаем от духа. Дух возле леди бежим. Бежит в милизону. Бежим. Кто-то стоит. Еще духи. На вилаш. Дух в центре бежим. Все в трэш. Фанатика поймай. Фанатика заберите, дайте, ну, помогите. В духов бежим. Spirits. Новые духи бежим. Возле лестницы в ромбике. Расфиляйте людей. На следующую на полновой додаем. Фанатика добейте, Spirits. Под боссом стоит. Быстрее все зерганите его, пули вы его дрочите. И здесь спальте с него. Есть два духа. Бежим. Снова и появится он. Spirits. В центре дух, отбегаем от леди. Порекус укрой дай. Трэш 3 секунды. Значит, Шектор, ну, Хурюк, ГЦ, пули. Да что я сделаю? А ты не можешь играй отойти. Не можешь я отойти не могу от леди. Дотами. У меня доты дают. Так обратно. Отойди, это отойди и попрыгай в стороне. Вот лежать тебе заебись, да? Spirits. Это не поможет никак. А, пизду, блядь. Ну конечно, нахуй. Поможет, если не будешь бить босса. Сальву по шалфиру Бурибай. Я там ебальники набиваю, законтрольте. Spirits. Центр бежим. Приверженца добьете, а? Spirits. Бидон уидер залейте. Гим готов дать. Давай, ставь yes. Бидон. Злобный резнуть могу. Резы Хурюка. Расфиляйте людей, не убейте своих. Эй, резнуть после контроля. Да. Равис резнуть. Трэш, зараните. Трэш, помогите и баните туда какой-то ОЕ. И духи сейчас появятся. Вон с ромбика бежит. На пол на воина. Реса я ее там. Spirits. Духи бежим. Рарник сальву по Песа. Ну Шектор откадешься там по этому дашь по шалфиру еще. Полидринка захильте. Мобов помогает. Сейчас миликов, контроль кончится. Бежим, дух. Дух в трэше в кружке бежим. Помогите трэш, повернитесь все, сука, милики, уйдите от босса, убейте мобов. Тут у них щиты, физурон нужен. Прием, нахуй. Бежим, дух в трэше. Бежим от трэша. Пизда, блядь. Трё, навела шупульте. Дух в леди бежит в жопу прям. Следующую пачку трэша пошли убивать. Мобы в рейд кастуют. В трэше мой дух бежит. Квадрат контрольте, кто-нибудь, я мертв. У кого есть БР из друидов? Дал вихрь, БРа нет. Синтек у тебя я есть? Лестнишь да. Водикона. Мификс кастуешь СС на водикона. Когда он встанет. Духи, два духа бежим отсюда. Бежим быстрее. Вилашу напуливайте. Трэш 5 секунд.
Не зыбки, пока ты там сокры, вот в это в леди дух бежит. Убегайте. Трэш из кружка вышел. Два духа появилось в кружке, отбегаем оттуда. И трэш бьем одновременно. Зергаем трэш, помогаем. Еще пачку трэша убьем, будем босса добивать. Дух прям в леди. Все, напуливайте на войда. Сальвы свободные и вмешательство дайте по Песа и по Шелфиру. Песа, Шелфир, только к боссу близко не подходите и держитесь на ренже. То есть близко подойдете, сорвете сразу. Трэш зараните. Трэш вон тот последний добиваем и босса добиваем. Дух трэша. Все трэш ебаните, РДДшники, и здесь босса добиваем. Все, еще одного моба. Фанатика еще ебаните. Дух леди бежит. Убегаем. Массаевы там последние отдавайте. И три ляма на боссе. Четыре. Бля, трэш ебнул. Под ебало забежал, значит. Дух прям в леди за спиной. 5 секунд. Иди за трэш. Убивайте два ляма. Похуй, да? Убей. О, лук Ханту. Он у него есть. Кенс, я тебе разве не отдавал? Нет, ты это Пенстиллер отдал в прошлом КД. Мы с ним это ролили его. Клава, я в ДД. Угу. Эй, а тебе надо посох? Готов собирать? Не особо. Ладно. В следующий раз тогда. Ну, говно. Девакин, лук надо? Или у тебя есть такой? Сколка не было? Жалею, не было. Он жалеет, что на прошлой неделе не ходил. Силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Нихуя, а чё я танкую? Танкую. А, у тебя неистовство. Забыл выпить. Там бидон пишет. Угу. Сейчас на корабле там. Че вы стоите там, блядь, до корабля доезжаете? Трэш били. Что тебе нужно? Тут и Вилаша будет, я туда полечу. У нас Бен Стиллер в гробовом утёсе. Блять. Бен Стиллер, ты где? Притонул клиент.
А еще здесь нет Геншина. Сманите. Поздно. Кто на нашем корабле танчит? Ой, я упал с корабля. На коне прям вот. Вылетел. Вилаша, туда полетишь сейчас. А мое тело появится наверху, интересно, нет? Нет, уже не появится. Понятно, блядь. Пильте тогда холидринка. На нашем корабле оставайтесь. Рарник, холидринг, Бурибай. С ними это Роги. Вилаша, туда лети. И там это... Как он называется? Танкую. Ну, Мага-3, наверное, и скидывай стаки. Нихуя, 59 кадров в секунду, нахуй. Всегда бы так, да? 52. Это получается всегда сдыхать надо с пула. Че, второй маг? Нихуя у ПС какой-то аддон пишет, да вакин пулит и смотритель небес. Он уже его поставил. После этих дайте ваши стаки скинуть. После этого мага. Сейчас мага убивайте и улетайте. Улетели уже, да? Улетайте быстрее, скидывать надо. Вилаш, улетай. Ружейники, огонь! Ружейники, огонь! Ружейники! Вроде скинул, можешь обратно лететь. 5 секунд, маг. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты ружейники, заклинатели сюда, пусть затружейники, огонь! Ружейники, пехота, сержанты, бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Ружейники, огонь!
Заклинатели, сортирщики, заряжай, оружейники, огонь! Мортирщики, заряжай, ружейники, огонь! Мортирщики, заряжай, ружейники, пехота, огонь! Сержанты, бой! Альянс повержен, вперед, короля лечу! Чё, даже не портанет, блядь. Four, three, two, one. Что там кончился бой? Ставьте да, шкаф, давай, да. Короче, шкаф. Тимоним двух ребят, Бенстиллер, Геншина. Вот. Стоит. Где его? Сундук не забудь полутать. Что там в сундуке? Ну-ка. Какая-то хуйня выпала. И тут нет осколка. О, плащ. Кому-то нужен этот плащ? Плащ всегда кому-то нужен. Ну да, мне. А что там за плащ? Я хочу за 10 забрать. Я тоже себе узнал на 10. Видишь, какие хитрые рожи за 10 забрали. Ну, там есть кто заберет за полную стоимость. А. А, ну да, точно. Ну, хитрые такие говорят, за 10, блядь, плащ заберут бисовый. Ага. Бля, а хотя не нужен, почему, бля. Альтернативы же нет, наверное, да, 277? Ну и выше. Нету, конечно. Ловкостью. Это... Нахуй я палтус тогда жал, ёба народ. Единственный вот плащ, который дает самый высокий левел на ДДшник. Фэса готов, там нет и топа. Да я тут, я чай наливал. Пэсса. Сколько бой длится? Минут 5. 10 минут. Чё, кому воля в этот раз? Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Это только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Все помнят, да, что здесь с Трэшем делать надо? Надеюсь, не забыли. Надеюсь, никого из РДД не убьет Трэш.
Ностальгия резы Хольдринка. Долго в трэш играем. Надо быстрее убивать. Бей то это. Только после стана. Когда стан КД, пропускай пачку. Хольдринка. Дина, дайте кулака. Бля, завис. Так на тебе же метка, да? Угу. Что я, блядь, на тебе частицы немного кинул, что за хуйня, блядь? Ну, может, он вне зоны видимости стоит. Да, он рядом со мной. А я тоже какой-то хуйня, я не могу хилить некоторых, хотя они стоят рядом со мной. Че, блядь, за хуйню сделал? Лобный вообще зависит. У тебя хилбот? Все так? Да. Блять, неужели он глюч? А причем тут это, я-то это... А ты как? Еще просто на цифры нажимаю. Вадикон, рвис, победон, уиннер, дайте. Может, бим там? Да пока не надо, фу, мана у них. Ну, можешь дать собаку вызывать, да давай, у тебя маны ноль. Я в тебя не шок, ничего не могу дать. Все так. Мобов быстрее, ну. Потом, когда заберешь, тоже не зыбку сдашь.
Сейчас, секунду, ага. Давай шаг тормозсокру. Сейчас кидает. Текстура, видите, какая-то была. Я скоро встал тебе. Что там, блять? Пояс не надо никому. На чем ку с профом? Да ладно, так надо. Почилим. Нет. Идите и башни. Био 2 минуты. Вот я на гниль урока зайду. Давай, давай. Мы сначала на тухлик. Да. Тебе с него что надо? Сгнили. А с него? Короче, это самое, настраивайтесь, надо на этой неделе второй ТТГ закрыть. Не знаю, если за два дня с лечом справимся, как в прошлый раз, то надо вторник, среду это закрыть. Вторник там, не знаю, как настроение. Попролив провел. Набор надо какой-то делать, потому что, ну, есть люди в гильдии, которые не хотят в обычке ходить с другими людьми, не хотят вагонить новых. Это человек 10 приходит, у кого второй перс есть. Ну, я и остальные не заходят тупо. Надо им замену искать. Ну, еще раз напомню, если на следующей неделе такая же хуйня будет, если, ну, не зайдут люди на второй рейд. Мы просто сидим, у нас 7 человек не хватает. Хотя некоторые люди могли бы зайти.
то просто вместо Геры пойдем четвертый день в обычке. Верну РСки и будем в обычке еще больше ходить. По льду, да? Надо сделать так, чтобы в обычке был онлайн всегда. А то когда нету людей, я же не буду пугов собирать. Поэтому помогайте с набором. Если сами не хотите ходить в рейд, поищите людей, которые туда могут, ну, которым надо туда ходить, которые нормально играть постоянно. Сколько в четверг людей пришло, сказали, типа, блядь, в субботу не могу, там туда-сюда, да, ИП. Ну, человека 2-3, я думаю, есть таких. Они сейчас в рейде. И ШМ, и кто делает посохи, вы имейте в виду, вы основа героических рейдов. Если будет вторая 25-ка собираться, если вы сделали посох, это не значит, что вы на замене будете сидеть. Когда героический рейд собирается, вы туда должны идти. Касается ШМа, посохов. Волонира того самого, да? Ну и то, что вы ШМ сделали, и, я не знаю, приходите, помогайте вот в этот, в рейд, в обычку, вот этот ТТГ. Ну, если у вас чарки есть, это не значит, что остальным людям они нахуй не нужны. Надо помогать им тоже. Вот тот человек, который волонир собирает, у него сколько осколков? Да мало, я не знаю, 2-3, наверное. 3 штучки. Давайте мне соберем, у меня их 5. Побыстрее будет. Да не, давайте мне соберем. 15. У меня их 9. Блядь, помогайте друг другу, нахуй, да? Смешно, блядь. Ну, я говорю просто, ну, раз смешно. Ловушка. Я говорю просто, раз смешно, просто целка. Ну, вы придете на целка, а пойдете не в целка. Или вообще никуда не пойдете. Ну, имейте в виду. Да я так сказал, я думаю, люди поняли, о чем я. Ты просто вчера ушел. А в общем, суть там, блядь, и заключается. Вот. И что там? Я вообще, какая миссия, ну, или какая-то философия вообще в этой гильдии? Это статик или гильдия, или что это вообще? Ну, не знаю, в правилах написано. Нравится, блядь. Можете посмотреть. Я вчера вот, может, для новеньких какой-то там отбор делать, ну, типа какие-то вопросы задавать, чтобы у людей тоже было понимание, что это гильдия. Вот такая хуйня. Просто тут у многих есть такое понимание, как это реально относится к статик, а не гильдия. Да нет, тут нет статика. Люди постоянно вчера меняются. Да нет, тут статик. Не-не-не, ой, тут статик. Это статик у тебя. Статик — это одни и те же люди, но тут меняются постоянно. Вон, хилы меняются, танки меняются. ДД меняются. Ну, человек 15, может, постоянных есть. Ну, один сагильдит собирает рейд и посылает нахуй другого и берет пуга. Это что, не статик? Это не пиздец. Знаю. Давайте вы еще во время РТ. Подождите, вот сейчас мы его досчитаем. Это кто кого нахуй послал и пуга взял? Ну это не в прямом контексте, я поправлюсь, ну, я утрирую. Это меня но... было. Там что-то это а собирали. Причем здесь я не говорил конкретные имена сейчас. Если меня спросят, я скажу вне рейда. При всех так же, объясню, если надо им это услышать. Я не знаю, это что-то в десятке, наверное, было вчера у вас. ТТГ, наверное. А не, и до этого 25-ка была, и 10-ка была. Ну там, правда, будем так что говорить. Там, быдло опять воняет. О, ты чё там, родное, рот-то открыл? Я опять, а на... Там, ты за... опять на личности переходит. Ну, это блядь, же... я просто замутил дохуя кого. Вот реально, вот, просто хочу с тобой пообщаться больше. Поэтому, чтобы долбоебов не слышать, я просто их сразу в мут кинул. Ну и да, ты знаешь... Такая же хуйня да была. Да РТ тянут? Хватит, ребят, ну с РТМ давайте пройдем. У нас чем более проф, синтра, сейчас навайпаемся. Там еще передануть кто-то может, нахуй. 3, 2, 1. Два кемпа, давайте. За этими соплями смотри. Да-да, не трогай.
спора в мелизоне будешь подносить в центр босса, или у нее вот так босса поворачивать на вас? Блин. Доблевался. Рисуй Шектора. Так, что там? Злобный мифик и три хила, да? Бидон, Шектор и Синтек. Падайте, ложитесь. А мы же встали уже. А, падайте теперь нахуй. Диван сдал. Не вставайте, вас резнут. Да, мы здесь. Стояли вместе все. Мы раздельно стояли. Ну да, я и смотрю, 5 человек. А там не 6 человек блевало. Там 6 человек. Больше, 6-7 где-то. Давайте, короче, все РДД, я поставлю портал, все в этом локовский портал сейчас сбегайтесь, это новая тактика такая, чтобы просто быстрее нахуй вайпнуться. Ну, срез давайте. А как правило, трех вайпов нет, не работает? Да не, нахуй надо. Ставьте шкаф. Как вот правило работает, прийти во второй рейд и закрыть, помочь его? Не, не работает, ну значит это тоже не работает. В смысле, у меня один персонаж. Да я не против. Заебал гундеть с этим вторым рейдом. Давайте, блядь, мы ЦЛК закроем, и потом нойте нахуй брать этот ебучий второй рейд, нахуй. Ты сам же понимаешь, что. Чё, кто ноет, блядь? Вам Рейл гильдии говорит об этом. Ты чё? Родной? Так, блядь, ну хорош, раз жизнь. сказал, блядь, нахуй, хорош ныть весь рейд, блядь, серьезно. Если тебя что-то не устраивает, ты давай просто решим этот вопрос сразу, блядь. Тебя а потом... не устраивает, давай тебя нахуй он отправит. Он, блядь, здесь. Так скажем, короче, тише, ребят. Ну скажи, я не с тобой разговариваю. Так а что ты понимаешь, что, блядь, здесь РЛ говорит? Это не кто-то из участников гильдии. Это понятно, что РЛ говорит. Он говорит, но он сидит базара нет. Ну смотри, короче, РЛ говорит, и, блядь, бах, появляется такое тело охуевшее, и говорит, типа, РЛ, ты хули ноешь? Потому, как, ноет, насколько блядь. Надо быть вообще, нахуй, блядь, не уважать РЛ, чтобы вот так вот ему ебало заткнуть. Ребята, у вас рейд, вы босса бейте, а не спорите. Меня, блядь, не напрягает, это его напрягает. Ну, в натуре. Ты же никому-то, ты не мне даже ебало завалил. Ты завалил, блядь, ебало чуваку, который время свое тратит и вообще ведет этот рейд. Вот. Ой. Можно меня на замену? Нет. Фридринг тут? Нет. Он объясняет, что прокинули вчера, блядь, люди пришли на второй рейд, блядь, ТТГ, и просто нихуя мы не сходили. Ностальжи, все, успокойся. У вас рейд, вам сейчас надо думать, как босс выбивать, а не как, блядь, второй рейд собрать. Просто у нас происходит вайп, а мы вместо того, чтобы там по поводу вайпа общаться, мы начинаем, надо приходить, помогать закрывать вторые рейды. Он ГП дал, все, ГП дал. Ну или я не прав, блядь, сейчас. Ну, нет, все правильно, у вас рейд. Давайте, блядь, офф темы, нахуй, тогда отпустим все и давайте пройдем, блядь. Хули два нытика чисти. Вот, отпускайте все темы и проходите. Я их замутил, такая тишина охуенная вообще. Кухмастер, блядь. Блядь, тебя давно замутили, пердоля, блядь. Вчера пердел, нахуй. Уёбан. Это вообще там, блядь, из тупого рога, нахуй. И говорит еще, блядь, что пердит там, нахуй, ему норм вообще. Ну это петушара по-любому. А я, блядь, быдло, нахуй, ну заебись, блядь. Я хоть и матом гну, блядь, я в адрес здесь, нахуй, по факту только, если в кого-то оскорбил. Сейчас еще чавкать начнет по-любому там. Ну просто, ну, блядь, животное невоспитанное. Ну хули делать? Да смотри, там уже кулик заебались, сука. Собирать там уже после этой гнили будешь.
Бля. Все зависли. Ну вот, да. Габен с нами. Что ты мне ГП дал? Оф тему поднять. ГП дали за это, за вздучие. Пельмень. То, что мы все... А как от пельмени отбегать, блядь? Они все стоят в одной куче, блядь, по всему боссу. Я ушел от него. Мы должны отбегать от одной ноги к другой. Тогда давай тем, кто в центре стоит, блядь. А я всем дал, кто словил. Как там все милики, блядь, стоят? Они стоят, от них не отбежать. Они встали в центре, блядь. Их не отбежишь никак. Подожди, подожди, подожди. Сейчас еще взял, кинул, блядь, эту сверху. Топа. Ты, блядь, сам что ли не видишь, блядь? Хуйню кинул, блядь, хуйню творишь. Со вторым своим рейдом, блядь, сейчас сидит, психует, блядь. Это, тихо, блядь. Спокойно. Я говорю, это не нравится. Сейчас просто не зачет, блядь, да. Ну, как то не зачет? Ты словил? Как я буду отбегать, блядь, оттуда, если они стоят в центре, блядь? Беги под морду, блядь. Сбоку встанем босса. С одного или с другого. В чем проблема? Чем я, блядь, помешал-то? Я все нормально сделал. Я точно так же кошем это скинул, блядь. Он берет ГП, кидает, да, блядь. Дело не в скину, не в скину. Тут дело в том, что... Так вы стойте там нормально, кто в центре стоит сзади за спиной, блядь. А к одной ноге к другой бегаете, блядь, тогда никто не будет хватать, блядь. Скажите, как будут пускать. Ну так ты сам мог отбежать, чтобы не ловить эти пельмени. Чтобы сейчас вот этого лишнего кипиша не было. Блядь, ты я смотрю, ты тоже тактику не знаешь, блядь. Тебе объясняешь одно, ты стоишь свое трындишь, блядь. У тебя место, прежде чем пельмень подлетит, на прям целое пространство вокруг тебя, блядь. В курсе, да? Тебе надо было отбежать всего лишь, нахуй, на 2 секунды. Летит пельмень, вот через секунду взорвется, отбежал, он взорвался, подбежал, 2 секунды. ДПС потерял, нахуй, 0.5. Да, ДПС потерял, правильно, я потерял ДПС. Зато убьете нормально, не получишь ЕПшку, ой, ГПшку. В этом все ПВЕ просто. То ли ДПС, то ли тактика. Всегда так было. Дерби между вот этими... Ну, вообще, даже с слов ДПС, если ну, сочетаешь тактику типа своим минимальным ДПСом, ты, блядь, любого босса можешь убить. Многие, понимаешь, только чисто ПВЕ считают, что это ДПС. Мне просто и, одна ну, вещь наоборот. За все эти годы понятно, что вот когда человек хочет уйти там из игры или еще что-то, он начинает вот так вот себя вести. То есть, ну, человеку неинтересна игра. Ну, ладно, неинтересна игра. Игра может и интересна, если ну, что-то выпадает, когда ему нужно. Ну, допустим, шмот какой-то. Но сами по себе люди, которые ходят, ну, они не представляют интереса. Мне вот наоборот интересно, чтобы у меня пришли люди какие-то в гильдию, там, 250-е. И они вот оделись там в обычке. Какие-то там печеньки 260-е апнулись. Чтобы пришли и в гильдию. И потом ты их научил, и все делали четко, да? Да, ну... Да, к сожалению, получается, что люди такие, есть люди такие, да, которые таким пользуются и хуй кладут и ливают из гильдии или не ходят потом, блядь, и так далее. Вот это реальность. То есть Сируса, Циркла, блядь. Ну, так всегда, да. Ну, знаешь, на самом деле, Войт, тут что надо делать? Ну, тут тебе надо реально, блядь, создать там 5-6 вопросов, чтобы, ну, блядь, отсекать вот этих всяких долбоебов. Ну, на полном да, серьезе. Тут, блядь, это тоже работает. Это реально надо... Отсекешь. Ты просто подумай на 5-6 вопросов. И все, ты поймешь, как это все отсекать. Так человек может же и неправду написать там. Не, вначале надо с ним пообщаться. Ну, то есть, как бы бах-то в Дискорде пообщался. Там все сразу станет понятно, что то пиздит, то не пиздит. Так некоторые вообще вон цель. Без микрофона сидят. И хуй знает, что это за человек. Ты хочешь сказать, собеседование на нее проводить? И делай это тогда без микрофона. Да, не, ну, как бы нормально. Почему бы и нет? Ну, то есть, как бы... Блять, ну это же нормальная практика, знаешь, там в те же самые какие-нибудь топовые гильдии попадать, тебе один хуй там будет какое-нибудь собеседование, просто вот Настаджи прикалывал за вот эти типов. Ну, короче, какие-то такая-то гильдия, которая там есть.